Проблемное место перед переездом становится загруженным, особенно в часы пик. Пользователи сети интернет даже организовали опрос на тему, кто кому должен уступить дорогу и какой автомобиль, белый или черный, прав. Оказалось, что оба автомобиля со схемы нарушают правила дорожного движения. Согласно проекту организации дорожного движения, на данном участке дороги имеется 3 полосы, а именно 2 полосы в сторону кольца и 1 во встречном направлении в сторону переезда. Поэтому от спуска с Смоловского шоссе до железнодорожного переезда водитель обязан двигаться по одной полосе, выезжать на нее непосредственно со спуска Смоловского шоссе. То есть автомобили должны двигаться в одном направлении, по одной полосе. И для этого водители, спускаясь с Смоловского шоссе, однозначно должны перестраиваться именно в этом месте, в одну полосу. Для этого существует знак «Уступи дорогу». В дорожной разметке знак «Уступи дорогу» продублирован. Разметка четко показывает, где и как нужно перестраиваться. То есть однозначно заезд на полосу автобусного движения здесь не рекомендуется. Не попадая на автобусную полосу движения изначально, а перестроясь вовремя на Т-образном перекрестке, водитель не окажется перед выбором, кто кому должен уступать дорогу. Татьяна Балова, Анжелика Боровина, Константин Белов. Наше время.